шелест купюр под шелест колес. По Курску прошел финансовый троллейбус. Пассажиры могли доехать до пункта назначения и узнать, как отличить подлинные деньги от фальшивок. Вот они, свеженькие, хрустящие и все же пока пугающие, как и все новое. Купюры в 200 и 2000 рублей появились в октябре прошлого года, и поначалу к ним настороженно относились даже опытные кассиры. Центральный банк проводит активную финансовую пропаганду новых банкнот, популяризирует среди населения, рассказывает о признаках подлинности, о внешнем виде новых банкнот, как они выглядят, какого они цвета, чтобы население не боялось и кассовые работники торговых точек легко и свободно принимали от населения новые банкноты. Запатентовано более 15 защитных механизмов, так что банкноты практически невозможно подделать. И все же расслабляться нельзя. Пассажирам прямо во время поездки рассказали, на что нужно обратить внимание. На 200-нях под острым углом виден знак рубля. На 2000-й купюре – золотистое кольцо, которое может перемещаться. Ликбез с удовольствием прослушала и кондуктор Нина Климова. С деньгами она работает постоянно. На ощупь. Потом, значит, там немножечко выпуклость такая должна быть вот вверху. Ну, в общем, вот так вот визуально глазками смотрим в основном. Бывают такие случаи, что дают нам поддельные, бумага другая. Бывают такие случаи. Новые купюры уже встречали, брать не брала еще, но уже были. Не храните пин-код вместе с картой, а деньги под матрасом. Пассажиры, оплатив проезд, получили сдачу в виде очень полезных знаний.